конкурс «Дети читают стихи». Город Сургут, гимназия Лаборатория Салахова, имени Гмелена, 2-й Б, класс 8 лет. Влад Акуджава. До свидания, мальчики. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите вы, и все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб, разлуки и дым наши девочки платьица белые раздарились сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы наплюете на сплетников, девочки, но сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад.